Для любого театрального художника ну, принципиальный вопрос рисовать ли эскизы для будущей постановки, либо делать макет. Для меня как бы, изначально я поняла, что это оптимальный вариант, потому что мне проще так общаться с постановочной частью, с цехами, посредством модели, которая сделана в 20 раз меньше. И у людей возникает меньше вопросов, как потом это будет выглядеть на сцене.